Так, поедем там не нужно. У конячки шунтирование будем делать. Сейчас сделаем закладную. Инструмент. И моя Кирина игрушка была сломана. Отлично. Так, она должна вот так вот входить. Отлично. Идем обтачивать. Ну, в общем, вот так вот обточил. Сейчас вот эта часть у нас станет сюда, и уже потом будем пытаться чего-то там доделывать. Вот так вот где-то. Чуть-чуть надо ее немного утопить. Идем доделывать. Ну и, собственно, будем замешивать клей, на который последняя надежда. Собственно говоря, второй компонент. Закинем прям туда в ногу. Одна часть у нас готова. Теперь будем вторую часть готовить. И теперь непосредственно сама склейка. Закрываем клей. Ну и, собственно говоря, нам нужна будет повязочка. Сделаем ее, пожалуй, из совершенно белого, белой изоленты. Так.
Отлично. Наливаем побольше. И пока еще не схватилось, вставляем. Уже начал схватываться. И греться. Теперь можно лишнее убрать. Вот и все. И весь ремонт. Прогрелась, впаялась. Чуть-чуть зачистим и все. Значит, попозже.